Непростой матч против «Адмирала» снова. Неудобный соперник. В чем проблема? Да проблем нет никаких. Соперник серьезный, неуступчивый. Плюс они сейчас борются за каждый матч. У них уже, можно сказать, давно плей-офф начался. Поэтому мы ожидали такой игры. Опять-таки свои моменты не реализовали. Но по сегодняшней игре как бы можно сказать, что потенциал у нас есть еще. Был шанс развить преимущество. Возможно, это какой-то ключевой момент, потому что сопернику дали где-то в игру вернуться, может быть. Ну да, опять же говорю, что свои моменты не забили, хотя их было достаточно. И соперник тоже неуступчивый, поэтому надо потренировать немножко завершение, и все будет хорошо. Редко мы доводим до буллитов до овертайма. Сейчас в последние матчи это стало намного чаще происходить. Что поменялось? Да, ничего не поменялось, просто сейчас так получается. Несмотря на это, сегодня вы отличились. У вас сегодня снова пришла дочка вместе с женой. Насколько приятно было в такой матч мешкопад, тем более, отличиться? Да, всегда очень приятно видеть дочку с женой на трибунах, особенно рядом, возле стекла. И приятно, всегда забивать приятно. И сегодня вдвойне все-таки хотелось бы еще и выиграть. Было бы тогда вообще замечательно. В завершение, насколько важно такие акции, как мешкопад, проводить? Насколько вообще классно вот эта инициатива? Я вообще за любые акции, которые делают добро, поэтому была бы возможность, хоть каждый матч можно было так делать.